После двухнедельного технологического перерыва, вызванного сильными холодами, были возобновлены строительные работы на улице Цветокшня, где с начала декабря ведется реконструкция трамвайных путей трамвайного маршрута номер 3 до Даугавпилсской крепости. Демонтаж прежнего трамвайного полотна закончен на многих участках, создается гравийная подложка. Замена подземных коммуникаций происходит при согласовании с предприятиями самоуправления. Активная зона строительных работ простирается от крепостного кольца, конечной остановки третьего трамвая, до перекрестка улицы Цветокшня с улицей Спорта. С 3 до 23 марта намечен также демонтаж трамвайного пути на участке улицы Цветокшня от перекрестка с улицей Кандавас до центрального перекрестка с улицей Парадес, в связи с чем этот фрагмент дороги будет перекрыт для движения автомобилей. Укладка новых рельс в отдельных частях проекта может начаться уже в середине марта. С приходом теплой погоды намечены более интенсивные работы, которые пока не повлияют на передвижение пешеходов, велосипедистов и машин. Однако ситуация может измениться ввиду того, что параллельно с реконструкцией трамвайных путей здесь запланированы работы по обновлению дорожной части улицы Цветокшня. Планируется проведение целого комплекса работ: обустройство новой ливневой канализации, установка светофора у пересечения с трамвайной линией, замена асфальта и создание кольца кругового движения на месте перекрестка Цветокшня-Балу-Венейбас. Приступить к созданию кольца могут уже в апреле. В настоящий момент генподрядчику удается поддерживать хороший темп работ. Согласно договору, реконструкция трамвайных путей должна быть завершена к концу августа, началу сентября этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.